11 июля, вторник, 2 подписока. Напожрать у Женечки суп сырный, рис, свиная поджарка, котлета рыбная и сосиска в тесте. Еще сок. Вся жрачка. Блять, сок не очень. Вся жрачка вышла на 311 рублей. А как же хлеб? Понял. Не знаю, где хлеб. Тебе что, не надо хлеб? Я пока взял. Давай. А. Со своим хлебом. Столовый. Суп сырный мне вообще у них нравится. Вот как Дима Владимирович. Суп сырный. Суп сырный для меня. Ты же с нами же это Леха. Нет, не Леха. Саня. Санек. Мне интересно, котлетка рыбная. Нормально. Рыба не очень. $311 за полноценный обед. Это недорого. Тут помимо того, что недорого, тут еще вкусно, понял? Как-то так. Так что хочу пачку. Нормально похавали, как люди, да? Да. А не пельмени, блин. Я пельмени очень люблю. Не очень люблю? Но я обожаю. Вот реально могу их есть через день, потому что каждый день они надоедают. Ел одно время, прям через день, они мне не надоедают. И там просто уже реально крышу начинает ехать, но день одни пельмени есть. Ну, конечно. А так вот, если даже раз в 3 дня, для меня норм пожрать пельмени. Так, капусточка, салат витаминный за 28 рублей. Не так плохо. Какие-то плюшка. Похоже на Леху. Ну, то, что вы худые оба. А что за Леха? Ну, этот, нет, собутыльник, с которым всегда стримы, блядь. Вот так. Там что, на работе сейчас? А где работа? На ЖБИ. Чуху. Горчицы не хватает. Цеху, где, знаешь, это ремонтируют автомобили грузовые. Ну, вот эти, он, блядь, накачивает, там, их бортируют. Короче, так таковой специальности нет, но принеси, подай, пошел нахрен, не мешай. Ну, давно так работает уже. Вот музыка играет, музыку уже не вариант выкладывать на YouTube. Забанят. За музыку. Авторские права. Ну я на дзен выложу. Я бы 2 порции бы съел до первого. Понял?
Да. Так, когда дойдем? Я бы тоже две бы сполонул. Маленькая порция. Да. У тебя щи были, да? Харчо. А. Ну, зашло харчо. Нормально. У них внутри еще сыр какой-то, смотри. Рыба, но там какой-то типа сыр, блин. Субстанция тянущая. А я, кстати, вилками вообще не пользуюсь своим. Я тоже. Всегда чисто. Две условия. В армии же всегда веслом быстрее, чем поехать.